Всем привет, ребята, Кента ПК на проводе. И прямо сегодня, прямо сейчас, ваш Кента ПК решил снять что-то помимо Блокстрайка. Пожалуйста, поддержите меня вашим лайком, если вам это интересно. Кому, ребят, известно или кому неизвестно, игрушка Roblox есть как и на телефонах, так и на компьютерах. То есть в нее можно играть как из вашего Android, так и с ПК. Ну что же, удачного просмотра. И, пожалуйста, поставь лайк, если тебе нравятся подобные видеоролики. И их будет гораздо-гораздо больше. Ну что ж, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, с вами я, Кента ПК. И, конечно же, я не один, а со мной великоуважаемый и просто хороший человек с маленькой буквы... Тик-так. Здорово, ребята, это настоящий тик-так. Не надо писать в комментариях, что это фейк, потому что это настоящий. Это правда? Всем привет, да, всем здорово, ребят. Короче, ребятки, играем в великолепную игрушку под названием Roblox. Играем в режим под названием «Побег из тюрьмы». Да, да, суть режима крайне проста. Нам надо просто убежать с этой гребаной тюрьмы. Закрыли нас и тик-така. Ну, короче, как я понял, тик-така закрыли, потому что он воровал у школьников обеды в школьной столовой. Опа, там взрыв какой-то. Смотри, опа. Открыли двери. О, халява! Подожди, как ускоряться? На shift. На Е нажимаем, держим. Давай. Так мы еще убежим. Слышишь, вот вообще халява. А ну-ка. Все. А ну-ка. О, ё-моё, побежали. В натуре! Лол, так легко все. Вот это да. Полицейский. А где надзиратели? А вон он! Все, на уханач. Чувак, шукер, шукер. Не, подожди. Он за мной бежит. Помоги, он за мной бежит. Так, давай, Они за мной вдвоем бегают. Братанчик, я тебя спасу. Я тебя спасаю уже. О, я убежал! Меня повязали. Конец карты, блин, я не в ту сторону бежал. Лол. Все, я так понимаю, ты уже проиграл? Не-не-не, нормально. Опа. Я просто не могу... Ой, блин, я упал. Я упал, сломал две ноги, но нормально, я выжил. Бежим дальше. Пипец. Я пытаюсь сейчас выбежать, но я не знаю, смогу или нет. Я сейчас к тебе прибегу. Давай. Слышишь, за мной этот говнюк до сих пор бежит. А, или отстал, подожди. А, бежит. Он тоже сломал две ноги. О, это мой шанс. Сейчас, короче, ребята, бежим. Получаем оружие. И все, мы самые крутые парни на зоне. Ой. Менты, быстрее. Нормально, нас никто не догонит. Ой, да ты что, это сказка. Все, поехали в соседнее село. Короче, я включаю нитро. Все, братанчик, все. Ой-ой-ой, нитро! Что-то слишком нитро ты. Давай, едем за поездом. По-любому, нас поезд приведет туда, где есть что-то хорошее. Так. Ой-ой-ой, давай. А давай попробуем перекрыть дорогу поезду. Мне кажется, нас разорвет, ну попробуй. Опа! Нормально. Под поезд сейчас, быстрее, под поезд. А, я понял, мы ехали не в ту сторону. Понял, в чем прикол? Мы какие-то больные заключенные, которые сбежали из тюрьмы, а потом ездят около этой же тюрьмы. Нормально. Сейчас, короче, найдем оружие. О, так чувак, смотри, как оружие было рядом, а мы ехали не туда. Мы ездили столько. О май гад. Давай, погнали. Та ты что, все. Всем. Е, детка. Та ты что. Подвинься, жирный. Я могу стрелять. Все, короче, погнали. Сейчас мы, короче, отомстим, а то просто так незаконно загнали нас в тюрьму. Погнали, братанчик, давай, быстрее садись. Поехали. Наш клиент, выходим в атаку. Мать моя женщина, чувак, что происходит? Как выйти? Давай в атаку, стреляем. Стреляй, чё один я стреляю, чувак, давай. Я не заряжался. Да, убили. Да, детка, вот так будет с каждым. Нормально. Ты же, а погнали, короче, погнали внутрь, чё их вообще никого нету. А ну-ка, если мы уберем оружие, они будут за нами? Да будут, по-любому будут. Я застрял! Полицейский, ты куда меня бросил? Санёк, спаси меня! Тут, мент. Давай, вот так вот стреляй, смотри, он от нас убегает. О, мы можем вот эту тачку сесть. Слышь, погнали, это полицейская тачка. Вертолет, давай. Давай. Полетели! Чёрт, ты? Я встать не могу. О, чёрт, бревно упало. Полицейский, повязали, спаси меня, Санёк. Брат, братан. Да блин, он за секунду нас повязал, да блин. Мы так долго искали оружие.